сегодня несколько площадок, на которых играют. Вот тут совсем юные спортсмены, подростки. Подземный переход на другую сторону. Пивзавод Саку, видимо, спонсор этого мероприятия. И Олибет. А это здание, это наша мэрия. А рядом с ней Русский драматический театр. Очень хороший, кстати, театр. С очень интересным репертуаром и с талантливыми актерами. Если будете в Таллине, рекомендую обязательно сходить. Ну, почти на любой спектакль можете попасть и не ошибетесь. Понравится вам, хорошие спектакли ставят в нашем Русском драмтеатре. Сейчас хочу показать вам, если она открыта, еще одну церковь, церковь Карли. Скажу вам по секрету, я внутри не была ни разу. Так что пойдем с вами вместе. Это, пожалуй, единственная церковь в Таллине, в которой я не была. Вот там уже впереди мы видим ее шпиль. Пойдем туда.